постоянно сотрудничаем с разными предприятиями, десятки лет. Наши научные школы по многому пошли из Нижнего Новгорода. Ну и так вообще, что время проникнуло ровно год назад, я прибыль стоял, вот здесь была замечательная организованная конференция, поэтому очень коротко о сегодняшней теме. Значит, магистерские программы, продолжение предыдущего доклада, которые базируются на радиопрофилях бакалаврской подготовки. Напомню, из 10 профилей, по которым вы получили эти программы, вот следующие 3 относились к этой группе. И так мы формируем теперь направление нашему ОМК по вот этой группе. Магистратура, очевидно, будет тоже входить сюда с традиционным нашим разделением. Проводная фиксированная связь, мобильное радио и информационная технология, о чем мы говорим. Какие же предлагаются магистерские программы? Здесь долго шли дискуссии, как внутри УМО, так и со специалистами, присутствующие здесь, потому что, с одной стороны, конечно, невозможно повторить магистрскую подготовку с бакалаврской, с другой стороны, должна быть преемственность со стандартами второго поколения. Если вы помните, там были анонсированы эти магистрские программы непосредственно в стандарте, их было всего 5. Ну и, конечно, бессмысленно следовать тому, что было. Обязательно надо учитывать эти 10-летние тенденции развития, чтобы, с одной стороны, была преемственность и обновление, ну и, с другой стороны, на кого же мы будем ориентироваться. Я почему хочу добавить здесь условное название магистерской программы, базирующейся на радиопрофиле, потому что сейчас, как вы знаете, в магистратуру можно поступать и не после бакалаврской подготовки. Поступают ребята с инженерной подготовкой. И, в принципе, законы стандартные запрещают, что могут приходить из совершенно экзотических вузов, даже гуманитарных, если важно, чтобы они прошли вступительные испытания. И вот руководство с этими непростыми философскими вопросами, какой же должен быть входной контроль, кого же должен дальше учить, на какой базе. И третий аспект, ну, до последнего времени не всем было ясно, когда начнется старт магистерской подготовки. Сейчас это однозначно понятно, что все переходят на стандарты третьего поколения одновременно, и магистратуры, и бакалавриат. Значит, получается, что бакалавров мы еще будем выпускать в течение нескольких лет по старым стандартам, а магистратуры будут стартовать по новым. И здесь надо было как-то сохранить преемственность. Поэтому и последний критерий, который был сформулирован в положении магистратуры и, в общем-то, стандартах второго поколения, что магистерские программы, в принципе, предлагаются вузами на основе тех сложившихся научных школ, которые имеются. Вот, учитывая все это, по данной группе были предложены такие магистерские программы, которые, видите, и по количеству отличаются, и несколько отличаются по сути дела, потому что все-таки мы должны, как вот Берлин Гамонтеса, большую часть, наверное, магистров, то есть как получится, ориентировать на дальнейшую аспирантскую подготовку, на развитие именно научных школ и направлений. Поэтому они должны еще коррелироваться с существующими специальностями диссертационных советов. Ну и вот, учитывая все это, было предложено такое недавно. Система радиосвязи, мобильной связи, радиодоступа, здесь в основном своеобразные и научно-математические аппараты, своеобразные школы сложившиеся, системщиков. А это технические устройства телекоммуникационных систем, довольно близко с дружественным нам радиотехническим умом, но для телекоммуникационных систем. Цифровое телерадиовещание – это тоже особое направление, здесь и кодирование будет, и так далее, и создание контента, и многое другое, что связано, и, я думаю, актуально будет для нашей отрасли, сколько у нас теперь министерства и связи, и массовых коммуникаций, которые должны найти здесь отражение. И, наконец, традиционное направление, оно один в один перешло из стандартов второго поколения, но целый ряд вузов открывали эту магическую программу. Мы проводили их аккредитацию, есть хорошие научные школы, и это, в общем-то, специфическое, особенно настоящее научное направление, антенны, устройства, свечи. Его, естественно, хотелось бы сохранить. Ну и дальше на, не буду повторять, общий план. Здесь вот розовым как раз были выделены те дисциплины, которые попадают в те или иные магистерские программы. Например, система радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа. Есть 3 дисциплины из общенаучного цикла. Их видно, зачитывать, наверное, не надо. И формируем мы здесь компетенции, связанные с подготовкой именно системщиков.
эффективные технологии мобильной связи радиодоступа, тестирование оборудования, входящего в этот систем, как вы видите, дисциплины, в принципе, не пересекающиеся. Наконец, радиотехнические устройства телекоммуникации. В общем-то, тоже пересекается и продолжает магистерскую программу радиотехнические телевизионные системы и устройства, предыдущие стандарты, когда непосредственно совет был такой диссертационный. А сейчас те, кто занимается радиотехникой, видят такие дисциплины, предлагаемые в этой программе. Это линейные и динамические системы. То, что не затрагивалось в бакалавриате, сейчас отсутствует в подготовке первых 4 лет. Планирование работы по результатам эксперимента, эта дисциплина была. Она была как базовая стандарт, то есть, по крайней мере, видите, кто-то ее включает, кто-то нет. Современные методы формирования анализа телекоммуникационных сигналов и профессиональные цикли, вот следующие дисциплины. Здесь есть ряд дисциплин, которые мы уже давали, хорошо наработаны, я думаю, актуальны. Ряд новых, которых раньше не было. Магистерская программа по цифровому телерадиовещанию вот с таким набором специфических дисциплин, чтобы учить психофизиологию, восприятие зрительных образов, кодирование источников. Здесь очень много делается. По крайней мере, в тех научных школах, кто этим занимается. Масса диссертаций защищается у нас в других вузах. Это немного актуальная магистерская программа. Мы уже в профессиональной части. Здесь вопросы более прикладные. Необходимые, я думаю, для подготовки такого магистра. Ну и, наконец, по антеннам и устройствам СВЧ. Здесь, как говорится, наши специалисты у нас кафедра достаточно мощная, предлагают, вот видите, усилить математическую подготовку, поскольку это специфическая область. И, конечно, мы сейчас в бакалаврском стандарте здесь меньше даем, чем требовалось на русском. Для будущего, будем говорить, исследователя и разработчика антенных систем. Ну и в профессиональной части это то, что требуется для реализации, для использования практики, для разработчика. Поскольку нынешний магистр это уже не только исследователь и педагог, но это и разработчик по его компетенции. Судьи же пожалуйста, вопросы будут ли? Александр Сергеевич, пожалуйста. Просят кнопочку нажать, секундочку, кнопочку нажать, чтобы фиксировалось. Да вот, вот. В старом варианте магической подготовки был такой, один из вариантов, была система локации, оптической связи локации. Туда входили оптические, открытые оптические линии. Теперь она у нас исчезла вообще. Она нет ни у Гудиенко, ни у вас. Куда же это включать? Я думаю, это ближе все-таки к Владимиру Николаевичу, поскольку здесь специфика оптического. Во-первых, слово «локация», это вы сами понимаете, мы сразу в рамках другого ума точно попадаем. Локация не на... Она была у нас? Нет, нет. Там много было чего сделано. Например, там была магистерская программа, я говорю, радиотехнические телевизионные устройства и системы, и там системы и устройства, где техники и связи. Вот. И в результате, по-моему, все вузы только одну из двух реализовывали. Вот забили почему-то две, но не подходит. Радиосистема, открытая оптическая линия. Нет, ну а почему нет? Вот то, что докладывал Владимир Николаевич, вполне можно. Там направляющие среды в качестве. А какова будет реакция этого, Владимир Николаевич? Может, скажет, это ваш? Потом, понимаете, это примерная программа. Нет, ничего не скажет. Ну, давайте подумаем, это важный вопрос. Я вот Владимир Николаевич дисциплины по выбору не раскрыл. А там их довольно много, и каждый еще на 2 на 3 умножается. Но у нас, в принципе, это такой целикопрограмм. Перспективные, например, межспутниковые связи. Но никто не мешает вузу эти дисциплины вести. Как отдельную программу. Это вот... давайте так. Серьезно, вопрос поставлю, давайте не торопитесь с ответом, подумаем, как в него отвечать. И подумаем, как правильно здесь поступить. С одной стороны, Александр Владимирович прав, как бы не залезть в чужой огород, да? Но с другой стороны, мы должны понимать, что это важнейшее направление, и так сказать, вообще его обойти нельзя. Хотя я хотел бы вам сказать, вот посмотрите, нам все труднее и труднее разделяться. Уже, так сказать, в мобильной радиосвязи не поймешь, чему там больше учат. Того, что раньше учили там все эти системы связи, говорят, так сказать, о системах
массового обслуживания, там возможности доступа и все прочее, конфигурации сетей. Очень сложно. Сейчас, смотрите, вот новое направление появилось, сенсорные сети. Это что такое? Куда нам, в какую специальность или в какое направление? Надо не потерять. Да, вы правы. Не потерять. Есть еще вопросы, пожалуйста? Еще у меня. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот, пользуясь случаем, вы как раз декан, и Евгений тоже декан, поэтому вопрос к вам такой. Вы хорошо, тщательно все разработано, уже до мелочей, методика преподавания. А как вопрос стоит о технологии преподавания? Это у нас новые технологии преподавания. Бакалавриат, магистратура. Ни слова не сказано, нигде. Ни в документах, ни в ваших выступлениях. Как же организовать? Ведь администрация всех вузов на свой страх и риск организует так, как может, как позволяем им возможности. Так же нельзя, ведь нужны какие-то рекомендации нашего ума, как организовать все это дело. Они же не знают, как это делать. Я вам скажу, почему я с этим столкнулся. Нет коррекционной нагрузки. Нагрузку по дисциплине составляет 28 часов. И чтобы обеспечить 860 часов нагрузки преподавателю, ему нужно 10-15 дисциплин вести. Понимаете, что получается? И дробится дисциплин, дробятся, они маленькие становятся, да? И нагрузки нет. Я думаю, не один, Александр Сергеевич, мы этот вопрос обсуждали уже как администрация. Каково ваше позиция? Нагрузка и так далее. В стандарте действительно жестко написано, что аудиторных занятий будет все меньше, лекций у магистра это 20% аудиторных. И тот самый пресловутый интерактив, от которого, я думаю, все-таки присутствовал на разных собраниях Министерства образования, который никто не знает, как трактовать, и, видимо, в очередной поправке стандартов будет исключен. Нет меры, как проверить степень и процент интерактивности занятий. А вот то, что вы сказали, вопрос, вот это преподаватель. А какова будет нагрузка и как планировать? Он может организовывать, он может, а времени нет у него, времени нет. Мы перейдем к методике. Да, вы правы, и надо констатировать, что мы не готовы вам сказать, как это надо сделать, доказательно сказать. Мы можем сослаться на некие наши практические шаги в меру нашего понимания, но здесь опять же каждый раз приходится соотносить это с некими рекомендациями, идущими от Министерства образования.